Итоги целого месяца военно-патриотической работы подвели накануне в Хостинском районе. Это и разнообразные конкурсы, акции, спортивные турниры. В них приняли активное участие и юнармейцы, и воспитанники военно-патриотических клубов города. Отдельное поощрение заслужил семиклассник Хостинской школы Андрей Заливадний. Прошлым летом он вместе с товарищем помог задержать преступника, совершившего кражу. Поблагодарить мальчика и вручить ему грамоту от Совета Федерации в Сочи прибыл сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Это, по сути дела, очень мужественный поступок, самоотверженный поступок. Школьник проявил свою гражданскую позицию. Мы много сегодня говорим о патриотизме. Это тоже поступок патриотический. Отличившимся во время мероприятий военно-патриотического месячника не только вручили благодарственные письма, но и сделали неожиданный подарок. Мы сегодня, Лига женщин, решили выступить в качестве поощрителей. 10 человек поедет в Москву. Мы обязательно будут там дня 2-3, полностью им сделают экскурсию. Москва в Великой Отечественной войне и восстановление. И посетят обязательно музей боевой славы, как сейчас он называется, Музей Победы. Торжественное закрытие краевого месячника «Овеяна славой родная Кубань» состоится во вторник в Зимнем театре. Перед этим по площади у театра в 13 часов ровными рядами пройдут финалисты городского конкурса «Песни и строя». Поддержать школьников могут все желающие.